но исключительно доброжелательный ко всей молодежи, значит, всегда подсказывал, говорил, на что обратить внимание, на что нет. Ну, в этом уже чувствовалось его тренерское, наверное, начало. В общем, и Сергей Наильевич Гимаев про это очень много говорил, потому что вот как он, они были в Скокобишеве, служили вместе, и он всегда к молодежи относился очень внимательно. А по работе здесь, когда уже в этом мы с ним столкнулись, когда он был помощником старшего тренера, да-да, Садомова, исключительно, скажем так, требовательный, наверное, и все-таки входил в положение ребят, значит, ну, относился ко всему с пониманием. Ну и что еще понравилось, ну, старался, видимо, дозировать нагрузки, как для молодых игроков, чтобы не перегрузить, чтобы не переломать. Вот один из немногих, с которыми я работал, это достаточно демократичный человек. Ну, наверное, таким он и запомнится.